Югорчанам предлагают оценить работу полицейских. Соответствующий опрос стартовал на официальном сайте ведомства. Силовики отметили, что общественное мнение является одним из основных показателей эффективности их труда. К примеру, респондентам нужно ответить, насколько они чувствуют себя защищенными и доверяют ли полицейским. А еще выбрать из предложенных вариантов преступления, которые вызывают больше всего беспокойства. Пройти анонимное анкетирование можно до конца сентября.